Жители Одинцовского округа могут принять участие в наполнении цифрового информационного портала «Русский космос. Все только начинается». Проект реализуется столичной компанией «Гагаринский старт» к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Организаторов интересует информация о поездках и путешествиях советских и российских космонавтов по СССР и в зарубежные страны. Принимаются фотографии и комментарии. Материалы будут согласовываться с Организационным комитетом по подготовке празднования в 2021 году 60-летия первого полета человека в космос.